В то время как почти весь запад страны утопает, жители Актау мучаются от жажды. Вот уже три дня в областном центре перебои с питьевой водой. Накануне ее отключили во всем городе и ближайших населенных пунктах. Подачу восстановили лишь сегодня утром. Однако гарантировать, что это отключение было последним, никто не может. На сегодняшний день мы не можем гарантировать то, что будет это не бесперебойно. Имеем возможность 52 тысячи в сутки. Тот сейчас сезон, который начнется, вы сами знаете, у нас лето жаркое, потребность в основном сейчас в питьевой воде, новые микрорайоны, они тоже строятся, они очень хорошо строятся. В Актау нет естественных источников пресной питьевой воды. На единственном в городе предприятии ее добывают из морской. Однако большая часть оборудования уже отметила 60-летний юбилей. Модернизация не проводилась 14 лет. В результате из 8 опреснительных установок всего 3 современные, так говорят специалисты. Тарифы едва покрывают зарплаты и текущий ремонт. Минэнерго, к которому предприятие относится последние 3 года, говорят руководители ТО, поддержку оказывает, правда, в основном моральную. Акимат области сейчас разрабатывает проект по установке нового оборудования, но вот реализуют его, скорее всего, только в 2025 году. Они отработали уже свое. Мы продляем их парковый ресурс, но это, по сути, уже все отработанное оборудование. Сейчас вот это обследование мы проведем, оборудование нашего, получим четкую картинку, объективную. И на основе этого мы сможем предотвращать такие вещи.